то наша жизнь. Одно мгновение. Понимаем это только тогда, когда истекает срок ее, обесцениваются все ухищрения, все стремления, все чаяния ее. И только тогда на рубеже времени и вечности вспоминаются слова мудрого Соломона: «Суета, сует, все суета». С чего же все-таки начинается осознание смысла нашей жизни? С рождения ли? С желания родить? Желание создать семью? С желания сохранить семью или какое-то другое предназначение, уготовано для человека? Эти вопросы мало кому не только в детстве не приходят, но и в зрелом возрасте вряд ли кто над этим задумается. Ну что, живем и живем. Родились и сразу пошли и плач, и вопли, и стоны, и няни, и пеленки, распашонки, садики, кашка-малашка, рваная рубашка, драки, ссоры, школа, в больнице уколы, по траве боссами за парты дергали девчонок за косы, экзамены детьми мамины, работа на хлеб и на соль, а в кармане ноль, искание ее зарплаты с пяти нулями, остались в долговой яме, а время все тикает, мы ищем чего-то или кого-то. Кто мог бы помочь нам с работой? Тоскуем, решили учиться, пойти, и случай помог, с ума не сошли. А время все тикает, стали взрослее, и кажется, что вроде умнее. Но если себе нам по правде сказать, что больше по нраву нам взять, а не дать, а годы проходят, встречаем вдруг друга, который спасается от злого недуга, и счастлив тот, кому улыбнется девица, та самая, кто женой назовется. По кругу пойдет все опять и опять, детишки, желания, их не отнять. Отнимется только наш век временной, и канут все в лету делишки со мной. Да, вот приблизительно вкратце вся наша жизнь, которая в космическом измерении исчисляется двумя секундами. Но человек же звучит гордо, по словам глашатая революции Горького, а вернее бы сказать горько и слезно, так как обречен на вечную погибель из-за рабощения страстями, которыми его так сильно сковал враг рода человеческого, дьявол, что без обращения к помощи Божией очень тяжело выйти из-под его зависимости. Часто приходится слышать от людей: не надо говорить людям о Боге, сами придут к Нему. С такими суждениями нельзя согласиться, потому что к Богу прийти – это не значит прийти в храм или на свечном столе работать, или у подсвечника стоять и за свечами смотреть, и огарки собирать. В храм полно из-за любопытства приходит. Да и сколько приходит, и сколько уходит, вам и не снилось. За многие годы пребывания в церкви чего только и не пришлось увидеть и услышать. Сколько было случаев, когда давно ходивший в храм, вдруг по услышанному от кого-то что-то плохое священники перестают ходить туда. Кто винит других? Президента, патриарха, священников, властей? Обычно мало обращают внимания на себя. Не скрою, сам поначалу так думал, но приходило понимание, что это происходит все из-за меня, из-за нас всех, в соответствии с духовным состоянием, которых Господь попускает исключительно все ради пользы
и ставит и президента, и патриарха, и начальников, посылает жен и мужей. Но жить ради того, чтобы угождать своему тщеславию, похоти плоти и очей, быть в постоянной суете, как, например, музыканты, у которых расписаны дни на многие годы вперед от постоянных гастролей, которым и некогда подумать о том, угодно ли это Богу. Да не только музыкантам. Актеры все славные люди, и мы тоже все живем в суете. И пытаемся обмануть Бога, желая угодить и Ему, и людям. Когда слышишь, что кто-то себя называет рабом Божиим или рабой Божией, то невольно вспоминаешь значение слова «раб». Ведь раб – это такой человек, который беспрекословно исполняет волю своего господина и ни о каком вознаграждении не помышляет, ведь это же понятно должно быть. Но нет. Мы опять себе льстим и обманываем себя. Разве кто может сказать, что он исполняет волю Божию? Мы скорее должны называть себя рабами страстей и греха. А дьявол нам внушает, что живи и наслаждайся красотами мира, ландшафтом его, изучай языки для общения, тренируй тело, заботься о здоровье его больше, чем о душе своей. Веселись. Ой, о смерти никто не сбежит. И за гробом придется отвечать не за знания свои, успехи, способности, а за исполнение заповедей евангельских. Или мы лучше апостола Павла, который сказал: «Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю». Не хочется утомлять тех, кто читает и слушает это долгими примерами нашей суетной жизни, абсолютно не имеющей ни малейшего отношения к пониманию своего ничтожного «я». Учить людей по апостолу Якову, главе 3, плохо, конечно, который говорил, что «немногие делайтесь учителями, братья мои, зная, что мы примем больше осуждения, ибо все мы во многом спотыкаемся». В оправдание себе приведем известное латинское изречение «Доценту дисцимус» – «Уча учимся». Дай Бог, чтобы эти слова мои, в которых меня один друг мой обвинил в прелести, ну, я ему сказал, что я согласен, самое лучшее ограждение себя от прелести – это себя считать в ней. И якобы долго не говорил, но общий наш друг сказал, что вот такой-то я в прелести. Жалко, что я не сказал ему: «А если бы ты был настоящим другом, верующим христианином, ты вообще мог бы это сказать мне?» «Конечно, нет. Поэтому-то, наверное, все-таки больше гордости у тебя». Но, слава Богу, не сказал. Мы должны знать, что все мы в прелести, абсолютно. И никто не должен обижаться ни на укоры, ни замечания, а принимать это к сведению, действительно. Потому что все мы любим лайки, похвалу. И тем более тогда, когда не отвечают на какие-то вещи, которые мы пишем. Как хорошо раньше жили. Не было ни WhatsApp, ни интернета, ни соцсетей. Жили в дружбе. Вроде бы была какая-то видимая любовь или ощущение ее. Но, во всяком случае, было лучше, чем сейчас. Теперь появились вот эти соцсети. Людям есть больше возможности общаться. Но если человек входит
и пользуются вот этими социальными сетями, этими ватсапами, вайберами. И видно, что он бывает в сети, и видя, что он читает какие-то сообщения и не реагирует, ну, здесь два понимания. Либо не хочет человека расстроить, чтобы его не обидеть, либо вообще не согласен. Когда я своему другу сказал о том, что ты один из немногих, который мне сказал об этом, так он мне ответил, что люди просто из-за человека угодья тебе это не говорят. Они же все просто видят. Нет, я думаю, не за человека угодья, а из любви, чтобы человека не обидеть. Но я это написал и сказал, ролик этот вывел не в оправдание свое, а с тем, чтобы сказать, что практически ни у кого у нас нет любви. И самый первый признак человека, что он любит, какая-то должна быть реакция. Я вот все время, когда читаю Феофана Затворника или Игнатия Брянчинова, и думаю, боже мой, как же были люди заняты тогда. Не было ни интернета, ни ватсапов. И люди находили время, святые, чтобы писать длинные письма. Может быть, не совсем на умные вопросы, задаваемые людьми, в большей части женской половиной. И все равно они находили это время. Теперь есть у людей время сидеть, пропадать в сетях. Для чего они? Чтобы там запутаться. А если человек читает и в чем-то он не согласен, он должен сказать, я думаю, я не согласен. Или сказать, я согласен. Отреагировать долго, когда человек или священник не реагирует, или бывшие друзья, которые таковыми считались, читают, видно, и не отвечают, ну, вы знаете, может быть, я не прав, с такими не хочется общаться. Не потому, что они тебя не хвалят, потому что не реагируют, а потому что видно это им неинтересно. Если я не прав, может быть, кто-то меня поправит. Но хочу сказать, что действительно мы все изменились. И это видно даже потому, что происходит в церкви. Да, он, этот друг меня обвинил, что я написал, сколько времени я в церкви пребываю. Даже Осипов не пишет, сколько он в церкви пребывает, а ты вот написал. Я ему ответил, что я не писал, восхваляя себя, но, может быть, я не прав. Указал время пребывания в церкви, но оттого я не сделался умнее или смиреннее. Хочется сказать напоследок, что пребывание в церкви нас учит быть смиреннее. И в этом мне так думается, что отношение к укорам и замечаниям, когда человек замечает это, когда он, даже если кто-то не прав по отношению к нему, терпит и соглашается, мне думается, что уже это первый шаг в борьбе со своими страстями. Простите меня, если я не прав.